15 березня відбувся всесвітній страйк за збереження клімату. В ньому взяли участь студенти та школярі більше, ніж із 100 країн світу. Ініціатор руху Fridays for Future – шведська школярка Грета Тунберг. Вона сама з серпня минулого року виходила до будівлі парламенту Швеції з вимогою врятувати клімат. Ініціативу дівчини підхопила молодь з інших країн. Щоп'ятниці молоді люди виходили на акції протесту і вимагали від урядів своїх країн звернути увагу на глобальне потепління та наслідки зміни клімату в майбутньому. Україна також приєдналася до акції. Харків, Київ, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Тернопіль. Молодь цих міст вимагала від влади не ігнорувати кліматичні проблеми. У Харкові на страйк за збереження клімату молоді люди зібралися на площі Конституції. Вони тримали плакати «Не буде комах, не буде квітів», «Наш дім горить», «Хочу гаряче побачення, а не гарячу планету». Кожен мав можливість висловити власну думку щодо проблеми. Как на фоне говорится, эта акция больше вызвана тем, что молодежь по всему миру очень недовольна тем, какие меры сейчас предоставляются, чтобы приостановить изменение климата. По данным исследователей ООН, осталось меньше 11 лет. Эту акцию начала 15-летняя Грета Тунберг в Швеции. Это началось вообще с единичных забастовок. К ней присоединились школьники, студенты в ее городе. Потом движение разрослось по другим. Мы, молодежь, особо недовольны тем, что происходит. Потому что с 15 года, когда был Парижский договор, мало произошло изменений. Заводов стало только больше. А нужно было уменьшать выброс газов, которые вызывают парниковый эффект. Так, за 3 года, уже 4-й год, нет никаких особых изменений по всему миру. Хотя должны были участвовать все страны, независимо от ихнего экономического роста. Мы поколение, которое будем в будущем жить здесь. Вот. Мы хотим передать то, что система, по которой все сейчас делается, и меры недостаточны. Мы хотим передать то, что мы здесь жить будем в будущем, а не они. Это касается детей всех. Если нам плохо, то всем плохо будет во всей планете. Ви помрете від старості, ми помремо від кліматичних змін. В зв'язку з тим, що зараз глобальне потепління і ухудшення екологічної ситуації, ми проводимо вот этот вот страйк, мітинг за клімат, щоб власті як-то обратили внимание на вот эту вот проблему. Тому що зараз, ну, единственное, чем мы можем помочь планете, это вот, ну, одинокие группы людей, которые как-то пытаются сортировать мусор или уменьшить след CO2. И мы хотели бы обратить внимание больше государства на эту проблему, чтобы, например, они как-то помогли с развитием сортировочных станций. Сейчас это всемирный страйк. Он проводится еще в 132 странах, больше, чем в 2000 городов. Украина вот тоже присоединилась к этому движению, что мы тоже не безразличны. И поначалу, может, это около 20 человек на город, но я думаю, так афишировать и больше людей узнают об этом. На сегодняшний день мы стоим наряду с больше, чем 123 страны.